Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Штребух. Сколько тебе лет? 14. Джорданы, not for resale, $4000. Или Хэнсон, 1300 рублей. Штаны Stone Island. Prize, motherfucker! О, Штребух! Ты ли это? Ну да, я. Я твой подписчик. Я понял, подписан. А то, я хотел узнать, когда будет рубрика «Обзор на шмотки». Да хоть сейчас. Кеды Конверс оригинальные, стоят 6 тысяч рублей. Штаны Zara Man стоят 4 тысячи рублей. Майка Тезинес 500 рублей. Тишка Джофф Линденберг 3500. Бомбер Томми Хилфигер. Он из старой коллекции, стоил такой бы примерно 1060. Кепка Аликон 1000 рублей. Очки Дисковерер 2500 рублей. Кулон 800 рублей. Браслет примерная стоимость рублей 500. Часы Ориент 6000 рублей. Часы Кассио 1500 рублей. А телефон у тебя есть? Конечно. Как бы мне жить-то без телефона? MIUI A1 новый. Абсолютно, недавно нашел в помойке, работает прекрасно, 12 тысяч рублей такой стоит. А что в пакете? В пакете Love Republic, вот какая-то вещь, только что в помойке нашел. Возьму, продам на Авито рублей за 500. Штребух, да? А сколько тебе нужно денег на месяц, чтобы ты ни в чем себе не отказывал? Слушай, ну я думаю... Ноль рублей. Мне хватит, в принципе, этого. Но это, конечно же, не все. У меня за полтора года накопилось очень много вещей, поэтому я тебе предлагаю пройти ко мне домой, и я тебе там все покажу. Ты готов? Да. Проходи, пожалуйста. Ребят, и я кайфую по жизни, потому что все эти вещи я нашел в помойке. И тот лук, что вы видели до этого, сейчас я вам покажу то, что у меня еще есть. Повседневный стиль, куртка Adidas, оригинальная, стоит 10 тысяч рублей, перчатки Adidas, оригинальные, 1500 рублей, футболка Хаяс, 3500 рублей, штаны H&M, 1500 рублей, кеды DC, 3000 рублей. Второй повседневный лук, шапка Reebok, стоит 1500 рублей. Куртка Шови Мэйч 4500 рублей. Футболка Промин 800 рублей. Штаны Уми Лайф 2000 рублей. Кеды Мемфис 1500 рублей. Ти. Второй стиль спортивный. Майка Найк 1500 рублей. Лосины для тренировки Хелли Хансен 1500 рублей. Паленые Nike Vapor Max 2500 рублей. Огромный выбор магазинов-партнеров. Рассрочка до 18 месяцев. Без первого взноса, без переплат и без процентов. Это карта халва. Блин, ребят, что-то я забылся совсем, они мне не заплатили. Джинсы Модиш 1000 рублей. Второй лук в стиле бандюк. Сковородка 300 рублей. Кожаные перчатки 1000 рублей. Паленая сумка Supreme 600 рублей. Маска под шлем 600 рублей. Бесценная куртка Бати Honda Lucky Strike. Очень хорошо сохранилась. Мне эта куртка очень сильно нравится. Мишлен. Футболка No Name. Этот бренд не нашел в интернете. Думаю, стоит в секонд-хенде рублей 500. Оригинальные спортивки Adidas 4000 рублей. Светоотражающая жилетка. Думаю, стоит она рублей 500. Отличный вариант, буду маскироваться под дворника. Ну, чтобы они мне не наваляли, потому что дворники, кстати, на помойках говорят, что, мол, это наши помойки. Теряйся, Вася, на меня. Ну, приходится как-то маскироваться, поэтому
В этой жилеточке я буду хорошо смотреться в роли дворника Штребуха. Ребят, ну спасибо всем за просмотр. Я надеюсь, вам эта рубрика понравилась. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. И всем спасибо за просмотр. Пишите, как вам эта рубрика в комментариях и стоит ли ее продолжать. Как вы могли заметить, это очень круто одеваться за бесплатно на помойке. И я очень рад, что я не плачу за одежду. Всем пока.